чем? Ларек делают рядом с домом. Правда классно? Я пошла дальше. Привет, привет всем. Я подстриглась, да-да. Покрасила хной, которая темнее немного, но я буду выводить этот цвет. Ну, в общем, вот так сделала другой пробор. Тут он держаться, но будет. Так что вот такая красота. И свой заказ в Beauty Home покажу. Я не дотерпела и открыла посылочку. Классно, да, пробор? В общем, я всегда так буду ходить. Если так у меня будет получаться. И что-нибудь еще интересное для вас сниму. Кому интересно, оставайтесь со мной. Ну что же, вот мой с Beauty Home заказик. Подводка Starry Eyed от Absolute New York. Бренд такой я еще не знаю. Буду пробовать. В оттенке Lunar потом покажу. Кисти бронзер. Бронзер, хайлайтер. Классная кисть. У меня уже такая есть. Она прикольная и мягенькая, и неплохо вроде бы набита. Такой, и такие вот тенюшки, это подарок, наверное, комплимент второй. Мелтед, кстати, хотела попробовать. Праймер от Essence, увлажняющий праймер. FPF 20, надо сболтать перед тем, как использовать. Ну, в общем, так он выглядит. И звезда, ради которой все, собственно, это начиналось. Revolution Eye Kiss Highlighter. Вот такой. Так что я довольна. Я давно в Beauty Home ничего не заказывала. И, наверное, еще что-нибудь сниму. Срочное включение. Без сахара я. Пару дней. Попробую вот это смузи детское. Не знаю. Честно говоря, манго, виноград, ананас. Ну, попробую. Злаки. Не знаю. В общем, без сахара трудновато. И да, хочу вам сказать, что сегодня граффити я не сниму, потому что жарко и аллергик. Все обострилось. В общем, будем чистить организм. Ну, все, и продолжим дальше. Свои изыскания. Кому интересно, оставайтесь со мной. Про эту штучку отзыв я позже сниму. Привет, привет всем любителям китайской косметики. Сегодня у нас мини-обзор на патчи Ланбена с золотым османтусом. С гиалуроновой кислотой и никотинамидом. Ну, в общем, здесь достаточно 50 штук. Увлажняет, подтягивает и осветляет темные круги под глазами. Но под глаза я не использовала пока. Но увлажняет это, да, насчет осветления не знаю. Кстати, вот жидкости здесь нормально. Я куда-нибудь в темное место поставлю, но не в холодильник, а, наверное, в шкафчик, чтобы солнечный свет не падал на продукт. Все будет хорошо. Они, кстати, не жирные и не сползают с лица. Но пока покажу на ноге. Вот коробочка, все как бы мило. Классно. И пинцет. Ну, выброшу, буду свой обычно использовать. Посмотрим. Ну а чего, увлажняется кожа, все хорошо. Потом я позже покажу на глазах. А сейчас мы с вами что-нибудь интересное поделаем. Кому интересно, оставайтесь со мной. Вот такие они тоненькие. Здесь ваш глаз, и вот это навеки.
Ну что ж, еще увидимся. Так, купила свитбокс в светофоре. И тут мне попались Enchant Animals. В общем, зачарованное животное. Что? В общем, не важно. Мармеладки там было штук 10. Я их всех съела, а животных сегодня вот открыла. Плюшевая, какая прелесть. А лисичка, которая вечно хочет есть, наверное, кричит: «Я хочу есть!» Оба-на! Обалдеть! Вот это, да, внезапное детство. Так что вот такая. Сегодня мы еще пойдем снимем городские граффити в парке. Так что оставайтесь со мной.